Игромания представляет. 2 мая мы отправились в Кубинку, где компания Wargaming и парк Патриот организовали День танкиста «Майские учения» — масштабный фестиваль для любителей танковых баталий. Это событие собрало на одной площадке и фанатов World of Tanks, и прочих любителей военной техники. В общей сложности праздник посетили 12 тысяч человек. Гостей фестиваля ждал целый ряд сюрпризов. Нам показали документальный ролик, в котором о своих подвигах рассказывали ветераны-танкисты из Белоруссии, Великобритании и США. Затем организаторы продемонстрировали специальное круговое видео, подготовленное в рамках инициативы «Помним все» глобального проекта Wargaming. Вышло очень атмосферно. Настоящий, очень пронзительный взгляд на ужасы войны, глазами целой вереницы ее участников. Взгляните сами. Разработчики пообещали в ближайшее время выпустить целую серию подобных видео в формате 360. Часть их работ можно оценить уже сейчас. Достаточно смартфона и для удобства очков Google Cardboard. Ну а главной изюминкой фестиваля стал финал международных кадетских игр по World of Tanks. В борьбе за чемпионский титул сошлись игроки из России, Казахстана и Беларуси. До финала дошли команды из лицея номер 6 Благовещенска и Минского Суворовского военного училища. И хотя российские кадеты поначалу вели со счетом 2-0, победа досталась белорусским суворовцам, закончившим бой со счетом 5-2. Трансляцию напряженных баталий смотрело 115 тысяч человек. Да и на фестивале нашлось немало горячих болельщиков. Но победу определяло не только умение управлять виртуальным танком. Команды соревновались в викторине на знание истории Второй мировой войны и даже мерились силой, сдавая нормы ГТО. Так что в общем зачете всех обошли воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса. Для публики организаторы подготовили зону индивидуального зачета, где за ценные призы мог побороться любой посетитель. Гости состязались в интеллектуальных викторинах, а самые смелые пробовали по стопам кадетов тоже сдавать нормы ГТО. Не забыли и тех, кто приехал на праздник всей семьей. На фестивале сплошным потоком шли тематические занятия и семейные эстафеты. Можно было посетить тир и даже пройти краткие курсы военной подготовки. Немного в стороне расположилась партизанская деревня, где гостям фестиваля предлагали посмотреть на поселение партизан времен Второй мировой войны и послушать рассказ экскурсовода о быте партизанских отрядов тех времен. Полноценным развлечением была и просто прогулка по парку. В нем публику встречали самые разные образцы военной техники. От легких танков и БТР до истребителей и вертолетов. На всеобщее обозрение выставили даже реактивные двигатели и другие внутренности боевых машин, обычно скрытые от посторонних глаз. Теплый майский вечер завершился концертом группы «Ума Турман». Хороший конец хорошего дня!